Баскетбол является самым распространенным видом спорта в Монголии. Чемпионат показал, что он развивается достаточно хорошо, а значит престижен и дает возможность достигнуть хороших успехов и в жизни. Об этом говорил инициатор и соорганизатор соревнований, олимпийский чемпион и чемпион мира, заслуженный тренер СССР Сергей Белов. Ну, я думаю, что ничего на ровном месте не бывает. Да, сначала нужно создать фундамент, потом выстроить систему, которая может привести. Я знаю, что монгольские ребята в своей азиатской зоне выглядят достаточно убедительно. И это говорит о многом. Я думаю, что, наверное, все-таки, учитывая то, что школьники, студенты Монголии очень любят играть в баскетбол, наверное, просто нужно немножко перейти в другую плоскость. И я думаю, что 20 лет, 15, неважно, да? Я думаю, что это достаточный срок для того, чтобы, ну, допустим, сражаться с китайцами, с японцами, хотя бы в своей азиатской группе. Российская школьная баскетбольная лига КСБаскет подписала договор о сотрудничестве с мэрией монгольской столицы в прошлом году. Были обсуждены также вопросы создания современных спортзалов и дворцов спорта. В дальнейшем планируется проведение чемпионата не только среди столичных школ, а по всей стране. Но для этого необходимо провести серьезную работу в аймаках, ведь во многих отдаленных школах отсутствуют спортзалы. Очень важно заниматься командными видами спорта. Я рад, что баскетбол является самым любимым и распространенным спортом среди нашей молодежи. Я и сам очень люблю спорт и как премьер-министр стараюсь всячески его поддерживать. Радостно видеть, что наша молодежь занимается физической культурой. У всех любителей и профессиональных спортсменов есть возможность вывести свою страну на мировую арену, сделать ее знаменитой, гордиться ею. Желаю вам высоких достижений на международном уровне. Команда-победитель соревнований провела товарищеский матч со смешанной командой звезд, знаменитостей и чиновников. В нее вошли мэр города Мунхбаяр, первый олимпийский чемпион Тувшинбаяр и многие другие. В начале матча молодые баскетболисты опережали своих именитых соперников, однако к концу подустали и проиграли со счетом 14-16. Ну, я могу сказать, что я играл до прошлого года, но, к сожалению, получил достаточно серьезную травму. И хочу дожить нормально. Поэтому я думаю, что я уже свое отыграл. Победители соревнований получили право выступить в суперфинале Российской школьной лиги. В прошлом году финалисты школьного монгольского чемпионата ездили в город Екатеринбург. Тумур Ачир, Станислав Хазагаев, Ням Баяр, Аист, Монголия.